Вітаю вас, шановні телеглядачі! Ви дивитесь програму «Розмова на тему». Сьогодні ми будемо обговорювати таке питання, як розвиток рок-музики у нас на теренах Миколаївщини. І сьогодні ми будемо її обговорювати з нашими гостями. Це Дмитро Бугайов, учасник рок-гурту «Прогредіор», а також Євген Рубченко, учасник рок-гурту «Майвей». І ще раз, здравствуйте, ребята. От хотілося б для начала спросити, як у вас починався ваш творчий путь с вашими группами, по сути, вот как, с чего все начиналось? Ну, Дмитрий пусть нас скажет. Хорошо, буду я. Значит, начали мы с ребятами собираться где-то 5 лет назад. Собрались у товарища нашего на чердаке. Встретили друг друга случайно, чисто случайно. Вытащили из дома всю аппаратуру, та, что была на тот момент. Сложили все до кучи на чердаке. Начали пытаться что-то делать, начали колотить, тарабанить. Поначалу, естественно, не получалось. Все строилось на голом энтузиазме, на мечтах о вечной рок-н-ролльной славе и так далее. В принципе, как у всех, я думаю, начинающих групп. Потом, со временем, немножко поднялись, выросли. Сейчас открыли базу свою репетиционную, открыли студию потихонечку. Как-то оно складывается. Ну, в любом случае, пытаемся что-то делать. А у вас, Женя, как все начиналось? Ну, у меня все начиналось с мечт о музыке, когда первый раз меня познакомил отец с пластинками и кассетами. Первое, что я тогда услышал, это был Beatles и Pink Floyd. После этого меня просто снесло голову. Я мечтал просто взять в руки вообще любой инструмент, чтобы просто играть и нести что-то такое вот, как в одном из фильмов «Школа рока», то есть давать путь року. Конечно, даже пошел в музыкальную школу, правда, один класс образования. Ну, в принципе, даже сам начал всему учиться, все, смотреть концерты, где-то что-то слышать, что-то пытаться самому повторить. Решил сделать рок-группу собственную. Конечно, да, поначалу было все ужасно, как Дмитрий говорил. Ну а сейчас довольно-таки, ну, долгий путь был, на самом-то деле. Где-то вот с 2000 года, наверное, первый раз взялся за инструмент. И сейчас довольно-таки вот с концертами ездим, я очень рад. То есть как бы вот так мне все начиналось. Ну, тяжко, тяжко, конечно. Ну, вообще, как вы считаете, что необходимо для того, чтобы молодая группа, по сути, ну, как бы пробивалась, ну, как, не только даже у нас в Николаеве, ну, по сути, и вообще выступала, старалась выступать в Украине, в каких-то фестивалях. Как вы считаете, что действительно необходимо для этого? Ну, это тяжелый труд на самом-то деле, это надо постоянно работать над качеством своего, скажем так. То есть уже в последнее время к музыке надо не подходить не только как к музыке, а как и к продукту. То есть чем качественнее продукт, тем, естественно, его больше хочется взять, услышать, купить, попробовать вот, на вкус. У нас есть очень много действительно настоящих талантливых команд молодых, но, к сожалению, они некачественные. Бывает так. И поэтому... А насчет фестивалей... Нет, надо, конечно, пытаться, но на них очень тяжело попасть, очень часто бывает много отказов, потому что конкуренция там идет очень большая. А из-за чего это может происходить, по сути? Ну, то есть конкуренция, в плане чего вообще выбирают, как бы, группу на фестивале? То есть, допустим, вот есть тут там несколько групп, а вот почему вот именно такая вот там определенная группа проходит на этот фестиваль, а другие нет? Ну, это на самом-то деле сложный вопрос, если честно, потому что там очень много своих таких подводных речушечек. Допустим, ну, один из фестивалей, это я уже сегодня Дмитрию рассказывал, вот есть такой Best City. Мы попробовались на малую сцену, но нас, к сожалению, турнули. Каким образом, нам ничего никто не объяснял. Никто ничего не знает. Вот захотелось. Вот директору вот фестиваля вот так захотелось, и все. То есть, как бы такая, есть такое. В последнее время бывает даже на вкус народа никто не смотрит.
Вот, может, Дмитрий что-то добавит. Да, Женя все правильно сказал. Работать нужно над качеством. Это касательно первого вопроса. Качество и желание. Будет желание, будет продвигаться. Есть все, абсолютно все возможности для любой группы достичь... Такое неимоверное желание достичь, должно быть не, просто. Ну, в любом случае, да. Достичь какой-то определенной высоты, хотя бы на украинском уровне, есть такая возможность. Просто необходимо желание. А касательно фестивалей, буквально в двух словах, несколько историй из жизни. Мы ездили с Прогрейдером в свое время на Гоблин Шоу в Одессу. Проводится такой фестиваль. Очень-очень нам понравилось. Пригласили нас, приняли. Да, народу не было много, потому что мы выступали днем. Но, тем не менее, это было круто. Это был опыт, это были эмоции. Мы приехали заряженные на эмоциональном уровне. Да, это был настоящий хэви-метал. А потом, как бы да, все прошло классно. На следующий год мы захотели тоже поехать. Ну, как бы нормальное желание. Позвонили, все, говорят, нет, извините, друзья, вы не формат. Вы нам не подходите. Может, нас, конечно, не хотели обидеть, но не знаю, отослали видео, отослали аудио, все, послушали, сказали, да, нормально, играете, все. Но мы сейчас такими группами не занимаемся. От этого формата отказываются, просто отказываются. Еще один, вкратце, в двух словах буквально, в Киеве очень довольно серьезный фестиваль Global East. Опять же, связались, созвонились, представили записи. Записи очень хорошего качества, поэтому как бы их слушают. Их послушали, сказали, да, замечательно, ребята, вы нам подходите. Платите денежку и приезжайте к нам. А деньги, я точно не помню, сколько там сейчас было, но что-то в районе 600-700 евро. То есть приезжайте на малую сцену, 700 евро, будьте любезны, будьте выступать. Вопрос о том, чтобы где-то выступить, надо еще и деньги заплатить музыканту, до сих пор иногда остается актуальным. К сожалению, да, потому что это ужасно на самом-то деле. То есть во многом чего упирается именно вот на финансовую составляющую? Да, вот буквально, допустим, недавно мы ездили тоже за такое небольшое турне, делали по Украине. Ну, допустим, один из, это было вот Одесса, вот, это 2 месяца назад ездили. Мы туда приехали за свой счет. То есть нам никто ничего не оплачивал, там ничего. То есть, как бы, то, что успели там себе там хоть как-то билеты отбить, там, какой-то там подарками, там еще там что-то там. Слава Богу. А так это на самом деле очень тяжело. Есть, конечно, вот мы ездили там в Харьков тоже с концертами, там тоже свои условия были. То есть, да, приезжайте, вот денежка, да, вот все нормально, вот там, о, там смотрим, о, отлично, блин, как раз вот отбиваем себе билеты, все замечательно. Это, ну, вот, жилье ищите сами. Такие, понятно, билеты мы себе уже не отбили. То есть, как бы, тоже очень тяжело бывает с такими клубами работать. Бывают арт-директора очень такие люди, когда иногда хочется послать. А позитивные моменты все-таки вот иногда находите в том, что вот, ну вот, вообще на каких вот фестивалях вы Естественно, находим позитивные моменты. В любом случае, когда ты приезжаешь в чужой город, ты как бы не знаешь, что там будет происходить. Это впервые. Ты когда выходишь на сцену, даешь первый аккорд, обращаешь момент на зал, а он переполнен. И тебя поддерживает. Это очень большая эмоциональная такая вот эмоциональный взрыв, от чего просто, опять-таки, как я уже говорил, Pink Floyd сносит башню, и там вся группа уже начинает работать. Толпа там, ну класс, это на самом деле, это самое незабываемое. Плюс поездка сама по себе, это уже позитив. То есть как бы уехать, где-то отдохнуть просто от мыслей, именно с группой вместе, это очень замечательно. Дима, ну вот, например, вот на каких вот вы успели вот пока, фестивалях, концертах, вот где успели вот пока выступать, по сути? Саша, много не ездили, не знаю, может наша вина, может не наша, не могу сказать однозначно, но вот на данный момент съездили, действительно я горжусь этим, съездили на Гоблин Шоу. Женю еще раз подчеркну, все он правильно сказал, эмоции. За эмоции ты едешь именно туда за эмоциями, за впечатлениями. Уже в последнее время свыклись мы с мыслью, то, что это хобби наше, музыка. Это работа с обратной стороны. Мы платим за нее.
мы платим за это хобби, и в принципе мы смирились уже с этим, что приходится за свое удовольствие платить. А удовольствие, безусловно, есть, потому что если бы удовольствия не было, мы бы этим вопросом не занимались. Каждый концерт, даже когда в зале 20-30 человек, это все равно того стоит. Когда ты видишь в глазах людей драйв, когда они начинают прыгать под сценой, это того стоит. Когда это начинают любом... еще слэм потом еще. Ну, это уже, да, совсем уже. Отдельная тема. Но в любом случае, оно того стоит. Заниматься музыкой стоит. Если бы не стоило, я бы не потратил лично своих 8 лет своей жизни на это дело. Ну, вот вы куда вот ездили, по сути, вот? На каких вот фестивалях, концертах тоже бывали? Ну, последний фестиваль, где мы были, это телеканал All Stars. Star TV. Там был мой рок-н-ролл. Вот. Буквально это из последних фестивалей. Что у нас еще? В парке Петровского на музыкальной площадке пивной Петровский был фестиваль. Очень вот позитивно было. В принципе, так, ездим почти. То есть здесь, на местном уровне и вот, другие города. Сейчас пока так, по восточной части Украины мотаемся. Ближайший концерт, то вот буквально завтра у нас будет в Николаеве вечеринка. А где это именно будет происходить? Это будет, как это сейчас, да, X-Road да. Называется. Да, это будет Red Hot Chili Peppers Cover Party. И 1 числа, вот сейчас открылось новое заведение, Рокхата. Будем там выступать 1 числа со своей сольной программой уже так. Вот. Как-то так. Скажем так, предподготовка к выпуску собственного CD, альбома. А у вас уже будет альбом? Это первый ваш альбом или будет? Да, это полноценный альбом у нас будет первый. У нас уже там есть, там пару синглов, мы их выпускали. У меня сейчас полностью новый состав. Грубо говоря, с самого начального один я остался. И ну, там сейчас мелочи остались, то есть там что-то подкорректирование, то что-то записать, перезаписать там. И вот, думаю, уже к концу ноября мы успеем это все вместо выпустить. Вот, long play, как говорится, мечта, детство воплощается в жизнь, это просто прекрасно. Ну, а у вас как обстоят дела с альбомом? Саша, ты такой сложный очень вопрос, деликатный. Долгий. Да, очень долгий. Знаешь, мои друзья уже, не мои, наши друзья ругаются уже там, отписываются нам. Я уже сам спрашиваю, да, когда, блин? Когда этот злосчастный альбом выйдет? Ну, я писал уже там, в социальных сетях, и тебе скажу то же самое, что вложили очень много труда. Вложили очень много усилий, много денег и, самое важное для меня, очень много времени положили на этот альбом. Поэтому ставка на него, знаешь, как в казино, на зеро, все на зеро. И вот в нашем случае мы так и сделали. Потратили очень много времени на этот альбом, ну, надеемся, что... С его выходом, да. Это не будет это многомиллионные стадионы и так далее. Мы реальные люди, мы живем в реальном мире. Ну, это главное вот в голове, мечта. Вот хочу. Вот, но в любом случае, мы надеемся, что люди оценят наш труд. Я думаю, так оно все и будет. Ждите, в любом случае, ждите, ребята. Оно того стоит, поверьте мне. Ну, а вообще, я так понимаю, многие у нас николаевские группы с такими сталкиваются вот проблемами. То есть единицы, да, по сути, могут как-то, ну, более-менее пробиться. Даже меньше, наверное, чем единицы. Я, Женя говорил сегодня, у нас в Николаеве много хороших ребят, много толковых музыкантов. Да, но по существу, за последние 10 лет я не могу назвать ни одну группу, которая действительно пробилась на достойный уровень. Да, есть ребята, есть там Гена Гримов, есть там Черри Мэри. Крылья, есть Черри Мэри, да, в последнее крылья, время. Да, да. Но опять же, я хочу увидеть их по телеку, я хочу увидеть их по М1, я хочу услышать их по Радио Рокс, но, к сожалению, нет. Пока нет. Пока не, нет. Ну почему? Animal Session. Они продолжи киевляне. Ну вот. Вот. Ну, Крестный Отец сейчас, кстати, тоже выпустил новый альбом. Достойный альбом, достойная группа просто. Одна из таких. Это тоже так, одна из, так скажем, мастодонов. Вот. Тоже, когда заходил на студию, там
летом Задаянов как раз записывал последние треки свои. Так, конечно, качественно, очень качественно, но они, в принципе, они сильно никуда не стремятся, там прям стадионы собирают, они идут на местном уровне, и им вот этого хватает с головой. И замечательная команда, вот, допустим, из последних, это Черемери, вот я еще раз повторюсь, ну там им повезло реально с Николаем Колковым. То есть это человек такой вот, одновременно басист и менеджер группы, то есть у него все, и продюсер практически, все в одном. То есть такой жилистый, крепкий парень, то есть как бы за счет этого, в принципе, тоже, считаю, это должно быть в группе. Ну, я насколько слышал, они сейчас вот занимаются уже вторым клипом после Да, Hideout. они занимаются вторым клипом, там недавно приезжали, ну просто сейчас репетируем на одной базе, класс, то есть ребята молодцы, то есть и есть у них жилка, желание и не только, то есть как бы они уже, знаешь, как бы начал вот дом строить, положил фундамент, а все, поздно, теперь пора уже стены выводить, крышу строить, как бы это так же самое и с музыкой. То есть, если уже начал, то уже не надо останавливаться. Опускать руки – это только хуже себе делать. А вот такой вот вопрос, вот смотрите, вот по сути, вот мы вот назвали Best City, да, вот тоже Global East Rock, вот Goblin Show, это же Республика. получается, это же тоже Open Air, то есть по сути на открытой Это площадке, да? все Да, это Open все Air, да. открытые Крок площадки. туда же Да. Херсонский, в этом году жалко не провели его, но будем надеяться. Рурыск, вот так же самое, насколько я знаю, это получается находится в Бережанах, и Тарас Бульба, это в Дубно, да, у нас очень, ну вот, кстати, Республика, тоже фестиваль в конец Подольске, да, очень много, по сути, есть таких своего шоу, своего своей роли фестиваля Open Air. А можно ли у нас провести такое вот Николаевской области вот такого формата? Будет ли, ну как, кто-то Ну, заинтересуется у нас? у нас пытались уже сделать пару раз. Это «Ветер свободы», насколько я помню, делал два таких крупнейших опен-эйра. Но почему-то у нас Николаевск people не Не прохавал. хавает, да. Да, иначе просто нельзя без этого термина. То есть я помню, когда приехал туда просто на Назарет, как бы, ну вообще просто на фестиваль, как-то было, конечно, обидно, блин, возле моря, Очаков, там, гуляй не хочу, тут рок-н-ролл играет, а людей, по сути, практически нет. Это, к сожалению, финансово невыгодно, по крайней Не, ну мере. да, конечно. Но это раз, а во-вторых, тем более здесь надо очень большая реклама. Потому что приезжали не только люди с Николаева, но и из других областей. И это очень довольно-таки тяжело делать на самом-то деле. Как бы так. Я могу сказать в дополнение. Не всегда так было. Так было не всегда. Я помню, когда только начинал с ребятами из группы 25-й кадр, тогда мой гитарист Андрей Антыков, он собрал ребят до кучи, скажем так, и провел такой незаурядненький фестивальчик, концертик, не помню, ДК строителей, по-моему. По билетам тогда прошло 1200 человек. Я не знаю ни одного концерта Николаевского, на который бы попало столько людей. Вот сейчас, который проходит. Любой там взять там рок-тусовку какую-то, любой клуб из всех возможных, нету сейчас столько народу. Почему они были тогда, почему их нету сейчас? Я могу ответить на этот вопрос. И мне кажется, по моему личному убеждению, что опустили планку, опустили настолько, что люди уже просто не хотят ходить на концерты. Я лично сам раньше любил посещать такие мероприятия, посидеть с друзьями, пообщаться, послушать музыку приятную. Это всегда классно. Сейчас, так что не вдаваться в конкретику, а так в общем, просто выпускают группы на сцены. Не прослушав их даже. Элементарно люди не умеют играть на своих инструментах. Я не говорю, что там все звезды вокруг и так далее. Мы тоже люди, такие же, как и все. Мы тоже учимся. Я до сих пор не умею играть на барабанах. Не умею. Режьте меня, бейте, я не умею. А выходят просто ребята, которым уже вроде как за 20, вроде бы как они уже не дети,
И они лезут без мыла на эту сцену несчастную, выступают там каждые там выходные там, или раз в две недели. И просто отбивают все желание посещать такие концерты. Я пришел один раз, послушал их. Ну да, ребята, ну слабенькие, да. Ну ладно, пусть учатся. Через неделю прихожу опять посидеть, опять эти же товарищи. И опять они учатся. Почему они должны учиться на моих ушах? Ну, выйдите один раз, да, попробуйте, это классно. Почувствуйте себя рок-звездами. Все, мы похлопаем вам. Зачем это делать каждую неделю или каждые две недели? И одни и те же, и они не учатся ничему. Вот это обидно. Лично из-за этого я не посещаю концерт. Практически не посещаю. Ну, так, за исключением. И хотелось бы к организаторам обратиться. Владельцы рок-клубов там и так далее, этих рок-кафешек и всех этих дел. Вы делаете классные вещи. Вы занимаетесь хорошим делом. Я все понимаю, но поднимите чуть планку. Люди начнут ходить к вам. А сейчас мы имеем то, что имеем. 20-30 человек на концерте. Это не показатель. Не, ну сейчас еще, извините, финансовый кризис, когда люди не могут платить деньги за билет. Или есть такие много ситуаций, когда просто-напросто... Николаевская группа? А, так что я буду за нее платить деньги? Нет. А кто там сегодня выступает? А, маме. Ну, они еще завтра выступят, ничего страшного. То есть, как бы, если такое... А когда ты приезжаешь в другой город, тебе иначе как-то относятся. Тут совсем иначе. То есть, как бы, о, что это за группа? Из Николаева? О, маме, надо... Ну, послушали. О, отлично. Блин, я сегодня обязательно приду на концерт. А у нас... А, Женька, ну, завтра будет. Ну, ладно. То есть, как бы так. Ну вот, допустим, я знаю, как бы на примере, по сути, на личном и, по сути, по своим знакомым, вот в Каменец-Подольске, по сути, вот тоже, кроме того, что происходит от фестиваля, так же самое, тоже вот, приезжают от группы, ну вот, допустим, вот недавно вот был Октоберфест. Республику вы имеете? Да, и республику, и вообще имею в виду то, что вот, иногда просто вот с концертами приезжают рок-группы, и честно могу так сказать, что не понаслышке знаю, что и вот, допустим, тоже вот небольшой зал, и вот так вот вся толпа набивается, и причем это не только вот именно вот местные, а вот так же самое приезжают. Вот на республике, я знаю, тоже очень многие приехали, и, кстати, не только с Украины. Не только с Украины. Да, и с Венгрии тоже самое знаю, с Белоруссии, белорусов было тоже очень много. Городочек недалеко от границы. Не, ну я понимаю, конечно, понимаю, но опять же таки, там, по сути, как-то, ну, действительно стараются быть заинтересованы вот ребята, ну, и организаторы в том, чтобы рок-музыка, ну, как бы, вселяла, ну, как бы, надежду на то, что вот они могут ее еще послушать. Вот, это они действуют. А вот почему у нас такого по принципу не могут сделать? Группа? А не знаю, это, наверное, вам никто не сможет ответить. То есть... Это, на самом деле, очень глубокий, тяжелый философский вопрос. То есть, это может вопрос уйти где-то на, не знаю, как передача, пусть говорят, на часа два. То есть получается, что наши николаевские группы сейчас в основном идут в упадок. То есть сейчас... Николаевские группы в упадок, я бы не сказал, что они идут. Они половину что-то не хотят уже в родном городе выступать. К сожалению. Хотя на самом-то деле, если честно, я, допустим, очень рад выступать в городе Николаеве. Допустим, тоже ж поездили там с ребятами. Вернулись в Николаев, вот в августе давали концерт. Это, наверное, был один из самых лучших концертов нашей группы. Потому что было столько энергии, столько позитива, и просто никто не ожидал такого. Что просто шикарно. Вот, ну а все. Так вообще, по сути, у вас есть какие-то... поговорки, ну я не знаю, даже не то, что поговорка, есть какие-то... Приметы? Да, приметы, да. Не знаю, насчет у кого там как. У нас в группе, в принципе, не сильно суеверные ребята. Я так примерно представляю, что везде такая же ситуация происходит. Каждый человек, по сути, своему суеверный. Не, ну, может быть, ну слегка, ну, каких-то таких особых примет, там, протереть там третью струну справа, там, или палочку перекрутить три раза. Нет, такого нет.
Я не замечал. У нас в группе не замечал такого. У вас так же самое, да, такого? Нет, ну, у нас там каждый по-своему. Там кто-то за бубонами со своими, кто-то без. То есть у нас нет этого. Кто-то молится, кто-то хрестится, а в любом случае все выходят на сцену и лавают. Ну, самое главное, чтобы, как говорится, вам нравилось тем, чем вы занимаетесь. И надеюсь, что все-таки мы вас услышим. Надеюсь, не только у нас в Николаеве, ну, может, и на каких-то тоже громких наших фестивалях. Ближайшие, мы уже вам сказали. Да. Ну, и, приходите, конечно, ждем. Будем очень рады. Ну и надеюсь, дождемся ваших, как говорится, уже альбомов. Обязательно. В любом случае, альбом будет. Приходите на презентацию, послушайте, посмотрите, будет достойно. Взаимненько. Так, ну це все. На сьогодні ми вже прощаємось. Дякую вам за увагу. До зустрічі.